Народу голова нужна. Тело без головы жить не может. А что голове нужно? Шея нужна. Да, еще и кудри нужны. Не в кудрях дело, а суюндуки былину сложат. Видал, как он того верзилу рубанул? Прямо до штанов. А ведь волос у него совсем не густо. Я, братцы, тоже парень, не промах. Кривоногий только, некрасивый. Поэтому и в историю не попаду. А как начну говорить, не могу остановиться. Несет меня, как будто жиру объелся. Сохурдан болдым көреген, саңыраудан болдым сақылақ. Сымбат алдым бүкірден, мұқалдан үйрендім. У слепых я учился видеть, у глухих я учился слышать, у горбатых учился стройности, у немых песни петь. Почему пеший? Коня моего подстрелили. Это конь Тахиржана. Ну и что же? Конь как белый флаг, на нем ехать все равно, что мишенью быть. Словно смерть оседлал. Вот оно что, понятно. Да, один ты у стариков. Бери моего коня. Садись. Поехали. Сметана уже приготовил постели. Опять старый хрен перестарался. Четыре вырыл. Старик, видно, думает, воевать не умеет. Ничего, мы еще докажем. Здравствуй, комиссар. Как дела, Сметана? Жду не дождусь своих джигитов. Эх, вижу, горе у вас. Thank you.
Прощай, друг. Ты бы помог, Суиндук, ведь здоровый. Не могу могилы видеть. Сердился я вчера на Хакамча. Мерином он меня назвал. Любил покойник кругнуться. Да, уж он бывало скажет. Лагманом вкусно пахнет. Нюхай, нюхай, может, сытым станешь. Где доктор? У себя, наверное. Пленных ко мне. Ну, ребята, теперь можете отдохнуть.
Агай, можно воды? Горло пересохло. Оглохли? Агай! Наверное, мы слишком громко стреляли, а? Знал бы я, что вы такой нежный, я бы вас саблей. Замолчи, щенок. Где же нос? А зачем дуракам умные вопросы задавать? Имя. А я, начальник, позабыл свое имя. Ваши мне память отшибли. Как его звать? Мне нужен Жунос. Я знаю, вы его люди. Я не обещаю. Что кого-нибудь из вас мы помилуем. Всех расстреляем, если... Но сначала вы расскажете, где скрывается отряд Жуноса. Доктор Ага. Что это же бывает? Я Шайла. На Лагман приглашает. Праздник у него в доме сегодня. Может, отпустите? Отдохнуть бы ребятам надо. Идите. Смотрите там поосторожнее. Понятно. Салам. Здравствуйте. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Проходите. Добро пожаловать. Проходите. Проходите. Входите, чекайте. Входите. Дорогих защитников встречает славой. После боя воину нужна радость. Очень сожалею, что уважаемый комиссар занят делами. Прошу вас, Куршбаяга. Прошу вас, Орзбатыр. Проходите, проходите. Давайте, несите, быстрее, быстрее. Я готов, сейчас несем. Почтим память погибших за народ воинов. И да будет им земля пухом. Аминь. 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 Все мусульмане Джаркента надеются, что желанный мир наконец придет на нашу землю, как после жаркого дня приходит вечерняя прохлада. Отдыхайте, дорогие гости. Спасибо, спасибо. Спасибо. Несите угощение. Угощайте. Дай мне перца. Чай, чай. Смотри, не подавись. Подай. Давай. Давай.
Ахмед. Вот этих двоих в подвал. Пить будете? Пейте, кушайте. А ну, чекиты. Оживай, спел бы песню, а? Правда, Споря? Ну, не ломайся, Боря. Ну, не ломайся, ну. Ну. Тусан батарол старакал найдасын. Батырдан тусау жасығал демес шауам қайдасын. Естеден тусау ест адам, дұспанындау дос етер. Естеден тусау ес алым, өмір шіркін босытер. Я еще кукурузу сажать буду. Правильно. Кто не сеет, тот враг себе и враг народу. А кто сеет, тот друг себе и друг народу. Это из постановления Вернинского ревкома. Слыхал про такое? Ну, спасибо. Добрый весь, батыр. Как добрый подарок. За такую хорошую весть Аллах тебе наградит, батыр. Пляши, отча! Пляши! Пляши! Не у меня спрашивай. У отца. Ему жить осталось, сколько старой овцы. Не бей его только. Ахмед, приведи старика. Да сиди ты! Жарайся, гача! Мальчик мой. Возьми на себя грех, отец. На том свете проститься. Выдай батыра. Мы отвлекали вас. Злодей послал нас на смерть. Сегодня ночью. Женус будет перегонять рот Байжигита. Акбулак. В ущелье Акбулак. Акбулак? Thank you.
Астахан! А? Чей это аул? А, Байжигита! Бараны чьи? Круто, Байжигита, сынок! А кто твой хозяин? Мурзабек, сынок! Отпусти, земля там! Они перешли, а я замешкался! Молиться за тебя будем! Не забирай скот, дорогой! Мурзабек детей моих перебьет! Рабы мы его! Кто стрелял? Ага, ну ты джурис батыра! Много их? Много! Много, сынок! Может сотня, а может еще больше! Пап! Папа, где дедушка? Эх, пропадет дедушка, старый из Забайского скота. Да не отставай со своим верблюдом. Не отставать! Куда лезешь? Отпустил я старика вместе с татарой. Отдохнуть бы надо, комиссар. Люди третью ночь не спят. Проклятый щенец. Из-за него такую красотку оставить пришлось. Да, здорово танцевала. Ха, танцевала. Она от меня глаз не отводила. Ха, скажет тоже. Зачем ты ей, когда я был там? Стой! Привал! Что польза будет от этих рисунков? Ты сегодня на них целый день потратил. А может быть, зря все это, а? Это прошлое наших предков. А без прошлого нет будущего, Куршпай. Кто помнит, тот живет. Женщину губит легкомыслие, а мужчину лень. Все это я знаю. У меня одна мечта – жениться на красивой девушке. Масло желтое приятно на вкус, конь саврасый хорош для продажи. А лучше всего, если тебя полюбит красивая девушка. За свой труд угнал я лошади от бая. Все их отдам, без сожаления, если я найду красивую девушку.
Стой, стой! Доктор! Она! Уходи, доктор! Отпусти! Она вырекается! Отпусти! Отпусти! Отпустите его! Здравствуй, Джигит. Ты чего не здоровайся? Думал, раз повезло в жизни. Кто ты такой? Всю жизнь дураком был. Думал, хоть раз повезло. Ай, не трогай же ребенка, уйдет. Эй, Аллахсер. Перестаньте, ребята. Опять у меня ничего не вышло. Ну, чего вам нужно? Меня ждали. Да, выходит, тебе. Посадите в тюрьму? Где ты коней достал? Украл и все. Пока на границе шум был, я взял и отбил их от табуна. Вот. Всю ночь ждал во враге. Думаю, вы подальше уйдете. Оказывается, вы засаду устроили мне. Из какого аула? Карлыгаш. Карлыгаш? Угу. Божиги ты мой. Остался в ауле кто-нибудь? Никого. Всех ночью угнали. А мне на той стороне делать нечего. А если кому там нравится, пусть туда и идут. Не хочу быть рабом Мурзабека. Садись на коня. Как начало темнеть, Жунус прилетел. И в один час собрал всех, погнал к границе. А кто не хотел, тем он сказал так. Вышел русский закон. Всем казахам есть траву. Как его? Карбуста называется. Да-да-да. А детей отнять от родителей и сделать их русскими. А в аул Мырзабек и Сугурбая отряд прислали. Все испугались этого и ушли. А только стали переходить на ту сторону, выстрелять начали. И я думаю, пришло мое время. Отбил пяток коней и бежать. А что страшно, если карбуст есть? Русский кушать не умирает. А что плохого у русских? Вон они деревянные дома ставят, и свиней держат, и пшеницу сеют, и кумыс пьют. Все умеют. Зачем такого народу бояться? А свинья, что, хуже барана? Неправда. И свинью Бог создал. Если бы не нужно было, не создал бы. Правда, один старик из нашего аула поел свинью и чуть не умер. Наверное, подавился. Аллах вспомнил. А жена у тебя есть? Есть. А сколько заплатил, а? Во! А, понятно. Тебе, конечно, можно не платить. Ты власть захочешь, можешь на выбор любую девушку без колыба взять. А как насчет моих коней? Каких коней? Ну, которые вчера я ночью угнал. Которых украл, что ли? Кони твои, заработок за твой пот. Сколько лет у Мырзабека работал? А работаю с тех пор, как на свет появился. Я ведь сирота. А, вон мой, Хардхаш. Как тебя зовут? Капан. Даже собак с собой увели. Испугались, что без собак обратно дороги не найдут. Вот дом Мырзабека. Теперь я буду здесь жить. Чу, чу. Ай, ай, ай! Ну, у вас, наверное, дела. Счастливого пути!
Айдарайдау, айдарау, айдарайдау, айдарайдау. Поехали с нами, кабан. Пропадешь один. А? Я что ли? Ха, нашел, кто пропадет. Я теперь хозяином буду. Свой очаг разожгу. Приезжайте куму спить. Я в этом ауле теперь власть и судья. Эй, если будете в этих краях, приходите в гости. Ага. Подождите! Постойте! Я слышал, род Сугурбай будет переходить. Они с нами не успели. Жулюс обещал за ними вернуться. Им ближе через Коксай. Жулюс там пройдет. До встречи! Похоже, мы наконец-то встретим Жулюса. А кто знает, может, парень не врет. А чего он будет врать? Какая ему выгода? Надо ждать Жулюса в Коксае. Ты знаешь студента Бердина из Губчика? Видели с ним как-то зиму? Раньше он был Аллаберда, а потом решил Аллахат бросить. Передай ему... Одна из банд готовит нападение на Жаркент. Нас догонишь. Ясно. Мы поедем через горы. Через Балту? Ага. Ясно. Счастливо. Только поторопись. Угу. Действуй. Пока. Счастливого пути! Ребята, привет передай! Особенно танцовщице! Даже мои ее не забывает! А я и не взглянула на него! Да. Возвращайся быстрее! До свидания! До скорой встречи! Ассалам алейкум, орыс батыр. Ассалам алейкум. Здравствуй, Швед. А почему ты один? Все живы-здоровы, не радуйся. Дай-ка лучше мне воды. Хорошо, сейчас принесу. Да хранит вас Аллах. Орыс батыр, отряд красных воинов приехал. И все на таких аргамахах. Глаз не оторвешь. Спасибо, Смедага. Бери себе. Подарок за хорошую Ой, вещь. Хорошо. 100 лет жизни тебе, Свет, батюшка. И куда тебе столько бедность, лошадей? Бедность, дорогой. Старый. Бедность. Будьте здоровы, Орсбатер. Доброго пути. Красавец! Спасибо! Ежегодно
Говорят, здесь море когда-то было. Да ну! Эй! Нечего нукать. Живы еще старики, которые это видели. Вот рыбка осталась. Вот что бы мне дал. И откуда такие берутся? Глаза твои ненасытные. Эх, переходили бы они в одном месте, устроили бы западню и брали бы по одному. А то будто старые штаны латаем. Не успеешь зашить колено. Задница лопается. Шить надо шире. Что мне, бурдюк напялить? На наши просторы заплаты не поставишь. Разленились совсем. Сегодня вам будет, работенка. Маленький, не обстрелянный. Бердин у себя? У себя. Ваши документы. Где? Стой, вернись! Верись! Предъяви документы! Да отвяжись ты. Ах ты, щенок, ты что, шутить вздумал? Да я тебя... Ты сволочь! Да вы что? В чем дело? Пытался применить оружие. Ко мне его. Скрывать нечего. Я знаю комиссара Байтенова уже 2 года. Был дружен с ним. Читал его книги. Только тут ничего не поделаешь. Нельзя не верить фактам. Я прислан на место Тохтара. Я обязан его арестовать и доставить верный, раскрыть еще один контрреволюционный заговор. Замешаны националисты Лошарды. Они должны были свергнуть советскую власть. Не только в Семеречии Верном, но и вообще во всем Туркестане. Среди главарей заговора Байтенов. Он 15-й в их списке. Он направлен сюда со специальным заданием. Не препятствовать ООН ускакать через границу и тем самым ослабить нас. Кроме того, он должен был способствовать уходу казахов за кордон. Не верю. Не веришь? А я вот верю. Я видел список своими глазами. Подумай сам. Его отряд тает на глазах, а что ему удалось сделать-то? Женусь на свободе и делает все, что захочет. Ну? Как это нужно понимать? Нет, все это неспроста. Где он? Делом занят. Послушай, ты потомственный пролетарий, дрался с Анниковым, был приговорен к расстрелу. Вместе с Байтеновым. Член партии 17-го года. Байтенов раньше меня. А Байтенов разговор впереди, не спеши. С какого года работаешь в ЧК? Ты же все знаешь, зачем спрашиваешь? Конечно, ты не можешь быть казахским националистом. Но дружеские отношения мешают тебе раскусить национализм Байтенова. Ты нас не разделяй. Если комиссар Байтенов националист, то я тоже. Вместе воевали за советскую власть. Вместе и отвечать будем. А почему Жунус переходит границу только на вашем участке? Непонятно. Может, ты объяснишь? Путаешься что-то, Бердин.
Вези меня к Луке Ивановичу. Ему отвечать буду. Лука Иванович в Ташкенте. Он знает о Байтенове? Нет. А кто тебя послал? Филимонов. А Ильясов знает? Он вместе с Лукой Ивановичем. Понятно. Я вижу, тебе труднее живется, чем мне. Ну вот что. В любом случае я должен ехать к Тактару. Сейчас же. Сегодня должны брать Жунуса. А если возьмем, тогда ты Тахтару поверишь? У меня вот приказ. Слушай, на Байтенова кто-то клевещет. Разобраться надо вместе с Тахтаром. Но до Луки Ивановича его никто не должен трогать. Разве можно такое дело сгоряча решать? Кто вам дал право играть в жизни людей? Не забывай, ведь мы же с тобой чекисты. Мстит кто-то Тахтару. Врагов у него тут хватает. Работа такая. А я не убегу. У меня одна жизнь с партией. А с Жунусом мы сами справимся. Слышишь? Бердин, дай мне коня. У тебя свой есть. Тахтар просил передать тебе. Какая-то банда готовит нападение на город. Так что будь начеку. А шашку? Петров. Шашку верни. Ну, будь здоров. Тахтаржан, давай поменяемся конями. Это зачем? На белом коне хорошо ездит в праздники, а вот гнедой не так заметен. Да брось ты. Стой! Кто идет? Твои. Докладывайте. Танасай затоплен паводком. И волчий враг тоже. Орлины ущелья заперли джигит Сатая, оседлали все подходы к нему. Там каравану ни за что не прорваться. Это на них напал Джунус? Точно. На них. Они теперь только и думают, как бы рассчитаться с Джунусом. Что будем делать, комиссар? Так. Все пути перекрыты. Только птица пролетит. Или змея проползет. Здесь будем ждать. Понятно. Я прошу. Скажи джигитам, пускай отдыхает. Есть. Спасибо, ребята. Есть, есть. Ясно. Корешпай. И ты отдохни. Ну, шевели копытами. Немножко осталось. Устал.
Спасибо, что не подвел. В Карлагаше отдохнешь. Сменю я тебе. Ну. Капан тебя ключевой водой напоит. На сочную траву пустит. Может, и кобылка тебе найдется. Наконец-то. Шашки! Осторожные джигиты! Все дети! Вперед, соколы! Никого не жалей! Смелей, ребята! Смелей! Thank you.
Что нас живым взять? Сынок, сейчас найдем маму. Идем, идем, не плачь. Пацан, плачь, Аня. Жер, жер, тез, жер. Стойте! Садитесь! Охренеть! Ты, изверги! Будьте вы прокляты! Пили бы кровь друг друга! Доктор Жан! Возьми кого-нибудь с собой. Дорога опасная. Не беспокойся, здесь присматривай. Люди тянутся поблизости, бродят. Комиссар, на место погибших возьми нас. Рашпай, выдай им оружие. Есть. Давайте за мной. Не плачь, какова воля Алла.
Невысказанная обида понапрасно терзает душу. Будет еще время высказать обиды. Знаешь, что мое время истекает. Зачем смеешься? Мой народ маленький, словно жаворонок. Но он мог бы взлететь высоко, чтоб какой-нибудь стервятник не сбил его. Я в 16-м году поднял народ против белого царя. И ты тогда пришел в мой отряд. Ты любил свой народ, Тохтар. Многих спас от карателей. Тогда мы были вместе. А сейчас ты идешь против народа. Вместе с захватчиками. Помнишь, наверное, в том году генерал в пятый раз приговорил тебя к смерти. Я тебя от смерти спас. Я все помню, Жанес. Думал, что ты станешь вождем казахов. Да, хоть кровь у нас одна, дела вершим разные. Да, по словам, ты за народ страдаешь. Говоришь о нем, слезами омываешься. А на деле злой враг ему. Жалеешь о временах Кингербая, когда по Адату решали судьбу Янглюки Кебека. Нет, Жунус, этого больше не будет. Новый день встает над нашей землей, и жизнь у нашего народа тоже будет новой, без ханов и биев. И ради этого я не пожалею своей жизни и твоей. Все иные пути прочно перекрыты. Через границу не только человек. Зверь не пройдет.
А там, где ты был, враг полный хозяин. Знаешь, как это называется? Преступление. Ясно? Преступление. Значит, я виноват, что захватил Джуноса? Джунос, Джунос. Ты ради одного Джуноса почти что весь отряд угробил. Если б ты не прислал ложного сообщения о нападении банды на Джаргент. Кострома, значит, успел. Где он сейчас? Байтенов, тебе лучше знать. Слушай, Бердин, объясни мне толком, что случилось? Коротко, приказано доставить тебя в Верны. Байтенова под арест. В чем меня обвиняют? Будешь сейчас меня допрашивать? Ладно. Переночуешь с нами. Разве нет места для арестованного? Ахмед. Отведи вниз. Веди, Ахмед. Ахмед, закрой дверь. С тобой, доктор Ага. Ничего, Ахмед.
допрашивать пришел комиссар. Зачем я убивал твоих джигитов, а ты моих? Не понимаю. Прямо голова от дум раскалывается. Не спеши, успеешь понять. Кто знает, может быть, ты когда-нибудь и создашь для казахов рай на земле. Так бы, Кумуса. Послушай, Тохтар, я не боюсь смерти от вас. На той стороне тоже многие моей смерти хотят. Ах, я уже стар стал. Граница плохой насесть для вольного беркута. Ты молод. Эх, будь моя воля, я бы лучше девушек дал тебе в жены. Черт возьми, ушли! А если в погоню? Границу нельзя переходить. Остановитесь. Слава богу, проскочили.
развяжите его.